Ну, во-первых, потому что сегодня три акции. Это стало уже очень актуально в Петербурге, когда в один день проходит 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 акций. Да, именно поэтому на какие-то такие особенно важные вещи я сейчас предпочитаю уезжать в Москву. Да, потому что, конечно, вот то ощущение, которое было на Лубянке, которое было потом на марше против подлецов, это очень важное ощущение, которое нужно испытать.